Аэропорт города Симферополя имени Айвазовского, новый терминал, введен в эксплуатацию 16 апреля 2018 года, позволяющий обслуживать более 5 миллионов пассажиров в год. Но сейчас, к сожалению, ситуация поменялась. Закрыты кафе и магазины, пустые залы и стойки регистрации. Совсем недавно переполненные людьми, сейчас выглядит совсем иначе. А все для соблюдения мер безопасности, принятых из-за коронавируса. Семье Ивановых воздушный вояж – дело привычное, и такие мероприятия их не пугают. Ведь они знают, что волноваться не стоит, процедура проверки несложная и времени много не займет. Мы летели 2 месяца отсюда назад туда, нам вино давали. А сейчас что-то не дали вино. От коронавируса могли по рюмочке налить бы пенсионеров. Пускай проверяют, пускай это контролируют. Много у нас заезжих, много приезжих. Сейчас все почистится, будет прекрасно для России. Дай Бог здоровья. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют строгий контроль за прибывающими пассажирами. Организована двукратная термометрия. Первый раз пассажирам, прибывшим, измеряют температуру на борту воздушного судна дистанционно с помощью приборов, которые называются тепловизоры. Измерение происходит на расстоянии 1-1.5 метра. И дальше пассажиры на выходе еще проходят повторную термометрию на стационарных тепловизорах. Регулярно проверяют не только людей, но и исправность техники. А неоднократные измерения температурными приборами позволяют максимально исключить любую ошибку. Пассажиры к мерам предосторожности относятся с пониманием. Наоборот, это очень хорошо, что это делают. Вот это как-то наоборот успокаивает. Если бы мы в этой ситуации были просто брошены сами себе, вот на честное слово, то, наверное, здесь бы мы задумались. Стало народу поменьше и меньше, как-то все спокойнее, и мне понравилось. Когда я ехал, да, собирался, тогда было волнение, а потом как-то все рассеялось. Нет, это успокаивает, что на каждом моменте есть барьер, поэтому вирус не пройдет. Кроме стандартных замеров по прилету, предстоит получить памятку, где указаны дальнейшие инструкции и телефоны, по которым можно обратиться, почувствовав недомогание. А также заполнить анкету, оставив свои контактные данные. Мировые авиаперевозки переживают сейчас не лучшие времена. Отсутствие большого пассажиропотока, усиление контроля безопасности, а также нестабильность в экономической сфере. Даже это не мешает Симферопольскому аэропорту занять 4-е место в рейтинге Forbes как одному из самых удобных аэропортов России. Напоминаем, что принятые меры в связи с эпидемиологической обстановкой временные, а пока следует ограничить свое перемещение без особой надобности. Если при проверке в аэрогавани у пассажира будут обнаружены первичные признаки простуды, температура выше 37, то придется проехать в обсерватор. Такие же меры коснутся тех, кто не имеет прописки либо недвижимости на полуострове. Александр Кононов, Алексей Семенов. Утро нового дня.